wishing on the stars for Christmas and hoping for a better day. But it doesn't hurt to feel this way. And everywhere there's joy around this. Огонь вообще просто бомба. Я всегда радуюсь праздникам Кроста, потому что они такие яркие, живые. Ну, Снегурочка и Дед Мороз такие аутентичные, конечно. Сын спросил, получили ли они письмо. Но не собрали, говорят, получили, да. Ребята, родные, близкие, друзья, всех поздравляю с Новым годом. Желаю счастья. Пускай 21 год будет интересней, но легче, чем 20-й. Это мыши? Ну, кот, ну... Я считаю, например, с помощью плетения макраме. Может быть, начнем наш праздник с макраме? Да никакого макраме, вас нужно водить из Прекрасно, как и все, что делает Крост. Все замечательно, очень нравится. Красиво, красочно и очень весело. Дед Мороз великолепен, но не так, как мой собственный. В первую очередь поздравляю всех наших новых соседей с наступающим Новым годом, Рождеством. Самое главное – это крепкое здоровье, счастье и любовь в семье.